Снижение тарифов на коммунальные услуги в Тульской области может стать реальностью. При помощи котельной на щепе возможно решить экологическую проблему в городе и, самое главное, снизить плату за коммунальные услуги. И в Туле есть люди, готовые воплотить эту идею в жизнь. Тульское предприятие «Фантазия» использует инновационную и экономичную систему для добычи биотоплива. На данном участке мы занимаемся утилизацией порубочных остатков, как я вам уже сказал. Имеем технику при этом более-менее современную, и справляемся с большими объемами. Котельная на щепе, как альтернатива газовому отоплению, идея не новая. В таких странах, как Дания, Германия и Польша, уже давно используют эту систему для добычи тепла. С помощью этого материала можно отапливать большие площади, промзоны. То есть сырье есть, данное оборудование выпускается нашей промышленностью, устанавливаем и работаем. Такой инновационный подход не только экономичен, но и полезен для таких городов, как Тула, где отсутствуют специализированные площадки для сбыта отходов деревоперерабатывающей промышленности. Таким образом, система, которую использует тульская компания, улучшает рациональность использования спиленных зеленых насаждений. Решается и проблема экологии, ведь деятельность лесоперерабатывающих компаний сопровождается образованием большого количества органического мусора, который выбрасывается на уже и так загруженные городские свалки. Однако в данном случае он служит сырьем для добычи топлива. В месяц тульское предприятие производит от 500 до 600 тонн щепы, которые без проблем сбывает немецкой компании. При этом стоит отметить, что предприятий, желающих сдать органический мусор на утилизацию, так много, что компании «Фантазия» зачастую приходится отказывать в приеме материалов. Однако ряд российских регионов уже проявили заинтересованность в этой идее. В частности, Пензенская область предложила сотрудничество тульской компании для реализации этой программы в своем регионе. Такое внимание со стороны соседних регионов неудивительно, ведь лесопереработкой занимаются круглый год, а значит материал будет в наличии всегда. Важным элементом является и то, что такой метод добычи топлива соответствует всем экологическим требованиям. Котельная полностью соответствует всем экологическим нормам. Находится она в промышленной зоне, рядом спальный район, проблем нет жителям никаких, жалоб, нареканий, проблем нет. Не возникнет проблемы с потребителем, так как население всегда будет нуждаться в отоплении и горячей воде. Однако главной целью всей этой программы является снижение тарифов на воду и отопление. Так и происходит на предприятии «Фантазия». Компания площадью 5000 квадратных метров ни рубля не платит за газоснабжение, используя всего одну твердотопливную котельную. Обогреваются 10 административных зданий, сушильные камеры, в большом объеме греется вода для прачечных. Притом котельная, несмотря на зимние морозы, не дает никаких сбоев. База большая, 5000 квадратных метров, наверное, отапливаем. Мегаваттный котел, он с этим справляется даже в суровые зимы. Мы работаем уже 6-й год с отоплением, справляется. Сейчас тульская компания выступает с инициативой о создании муниципальной котельной в Тульской области, которая будет доставлять тепло во все дома региона. Однако для реализации такой программы требуется поддержка самой Тульской области.